Внезапно я первая. Хорошо договорились. Я хочу поблагодарить в первую очередь всех работников своих площадок, которые работали в новых условиях, в незнакомых, и, кажется, совсем справились. Спасибо вам. А также я хочу вручить благодарность от оргкомитета Волжского конвента «Миг-соратники», город Арзамас, за активную помощь в организации этноблока. Также вручаем благодарность арт-пространству «Бедлам» и «Миг-бастион» за помощь в организации фолк-вечеринки. Ну, я хочу, естественно, поблагодарить нашу техслужбу, как обычно. Опять же, да. Новые площадки, новые условия. Ну, я надеюсь, что даже если были какие-то заминки, какие-то вопросы, ну, отнеситесь с пониманием. А вообще, мне кажется, все будет идеально. Вот. И всем спасибо. В плане, так сказать, правопорядка было все очень хорошо. Были, конечно, некоторые эксцессы, инциденты. Ну, они все разрешились. Спасибо. И, да, еще, ага, вот, Windows здесь. Пожалуйста, вы. Все, наши медики. Кто следующий? Так, друзья, я хочу поблагодарить всех своих работников за помощь в организации. Без вас я бы, наверное, сломалась. Большое спасибо организаторам мероприятий. Друзья, кто участвовал в ЧГК по фэшену, вам грамоты вручит организатор, она в зале. Кто участвовал в ЧГК по музблоку, вот фэшн-блок. Кто по музблоку участвовал в ЧГК, вот человек, который вручит вам грамоты. И угадай мелодию, также там вот Ольга в последнем ряду, она также вручит вам грамоты за первые места. Еще раз спасибо нашим легендарным музыкантам, которые в этом году для нас в очередной раз пели, играли. Спасибо вам большое всем, надеюсь, вам понравилось. Я хочу сказать большое спасибо своим работникам. Их немного, но они классные и делают очень важные вещи для того, чтобы расписание у вас было не таким тяжелым и было доступно через приложение и другими способами. Вот. Отдельно хочу сказать спасибо разработчикам приложений для Android. Бабай. Да. Вот Бабай. Хлопайте. Разработчика для iOS Тимура здесь нету, но он тоже большой молодец. Вот. И еще хочу сказать огромное спасибо моему ночплощадке Антону, который курировал неформаты, и всем, кто проводил мероприятия в рамках неформатов и делал этот волк еще более необычным. Вот. И отдельную благодарность хотелось бы вручить театру «Пророчество в рамках плеч» за замечательный спектакль. И команде «Ночные огни» за яркое ослепительное шоу. Спасибо. Друзья, да, тут я встал где-нибудь. Во-первых, я очень хочу поблагодарить тех людей, работы которых очень заметны, но сами они незаметны. Во-первых, это команда декорации и Макс Бурнашов во главе. Огромное спасибо вам, станция. Будет. А то они возгордятся. Команда техобеспечения из Казани.
Ребят, встаньте, пожалуйста. Руслан, Саша, Антон. Они сделали нам всю электрику, весь свет. Также хотел поблагодарить команду оформления Миши Ши, Олю Кузьмина, Стася, которые сделали... Нормальная навигация была, было бы чуть-чуть понятнее. Мы старались, чтобы вы не заблудились первый раз в этом пансионате. Старались. Также хочу поблагодарить клуб «20 граней» и клуб «Башня мага» за прекрасно проведенную настольную секцию. Ребята, кто тут присутствует, спасибо большое. Большая к вам просьба. Нас очень волнует, как вам понравилось здесь. Поэтому обязательно пишите все свои мысли. Ну вот, я попрошу про настольщиков написать. А также, если вы были на концерте группы... Про все, да. Все арги просят. Пишите, пожалуйста. Вот. Группа «Пахтакор» выступала. Им очень важно будет, если вы приходили на их концерт, напишите что-нибудь про них. Все. И последнее, кого хотел поблагодарить, опять же, это база отдыха «Спутник» за предоставленные помещения и сервис. Опять же... Пожалуйста, напишите, что вам понравилось, не понравилось, что нужно было поменять. Мы обязательно это все учтем. Я в первую очередь хочу поблагодарить всех вас за то, что вы приехали, не испугались смены пансионата и ничего, за то, что у нас была очень насыщенная программа. В первую очередь я хочу поблагодарить тех наших активных участников, кто вел семинары, практикумы и так далее. Спасибо вам огромное, благодаря вам наша программа и в этом году была, как обычно, очень насыщенной и интересной. Спасибо. Во-вторых, очень важные люди, которым вот просто мой низкий земной поклон. Это наш административный блок и информ-центр. И его начальник Сет. Сет. Какие-то бумажные и прочие процессы шли просто без сучка, без задоринки, я считаю. И, конечно, мой родной Реблок. Что бы я без вас делала? И мы бы все. Мы бы сидели, скучали, и были бы глушены скукой всем остальным. Но нет, мы так делать не будем. Спасибо вам огромное, мои дорогие. Маленькое техническое объявление. Дорогие друзья, пожалуйста, сдавайте ключи от своих номеров на ресепшн. Это очень важно, правда. Пожалуйста, не забудьте об этом, когда будете выезжать. Вот. И еще у меня есть одно странное желание. Я очень хочу поблагодарить мой родной оргкомитет за то, что мы с вами 20-й раз, я с вами сделала это. Я никогда этого не говорила, а сегодня хочу сказать, потому что это 20-й юбилейный волк. И я единственный орг, кто был оргом все эти 20 волков. И я хочу поблагодарить каждого человека из тех оргкомитетов, которые за 20 лет, а это более, там, наверное, 50 человек, кто принимал в этом участие. Огромное вам спасибо. Участникам, которые все 20 лет к нам приезжают. Мы вас очень любим и ценим. А теперь, как всегда, системно. Первое. Все, кто что-то потерял, а кто-то это что-то нашел, пожалуйста, принесите это быстренько в информ-центр. Мы будем, как всегда, у нас в группе вывешивать фоточки и всякие разные смешные описания того, что мы нашли у вас здесь. Но пересылку почтой я никому не делаю. Или на следующий волк, или кто-то лично забирает. Как-то мы договариваемся так, ребята. Мне почта далеко, я озверею. Да, сейчас, быстро. Автобусы отправляются ровно в 4 часа.
живой это с 4 до 4.30 в порядке живой очереди, а от площадки внизу, пожалуйста, не задерживайтесь и старайтесь не кучковаться, а прям в автобус, в автобус, в автобус. Дальше, следующее. Я хочу поблагодарить всех тех, кто помог мне в этом нелегком труде сделать этот волк. Это работников детской комнаты, которые, ну, нейтрализовали ваших детей, пока вы там пели, плясали. И, в общем, прикрыли грудью эту образуру. Большое вам спасибо. Большое спасибо Ларочке, которая согревает теплом наш оргкомитет, поет нас чаем, отпаивает и откармливает, чтобы мы не зверели и были добрыми ко всем окружающим. Большое огромное спасибо команде Бала, которая со сборной из Выксы, Нижнего Новгорода, Сарова. Они все огромные молодцы, сделали очень красивый бал. Я думаю, вам всем понравилось. Надеюсь, что они и впредь не будут отказываться. Говорит, мы отдохнуть. Все. Все, всех люблю, всех целую. Мне сначала нечего было сказать, теперь мне есть чего сказать. Я хочу вас попросить присоединиться. Я присоединяюсь к Максиму, хочу вас попросить свои отзывы публиковать у себя на страничках. Если кто хочет большой спортивной славы, пишите мне в личку. Я ссылочки на ваши отзывы выложу в специальную тему. Можете сами писать. Можете сами писать отзывы в специальную тему. Дорогие фотографы, также можете выкладывать фотографии у себя на странице, тогда мне ссылочку на альбом. Или пишите мне, я вам заведу специальный персональный альбом в группе «Волка». Ну и наши хэштеги «Волк.НН» и «Волк20», 20 цифрами, чтобы вы не мучились вот этими иксами, которые есть, к сожалению, и по-русски, и по-английски. Вот. Все, всем спасибо, очень-очень-очень рада вас каждый раз видеть. Ну, у меня оргкомитет все сделал. Я хотела сказать спасибо оргкомитету, это сказал Томочка. Хотела сказать спасибо участникам, это сказал Наташа. Поэтому я просто включу вам ролик. Кто помогал это делать? Студия случайно-документального кино Нижегородской области представляет. Каждый год одно из тайных обществ устраивает встречу под названием «Маскарад волка». В этом году на данную встречу впервые допустили группу документалистов. Здравствуйте. Ой, кто это тут немлет с огнем своей камеры? Залась огромная костюка. Ну, вообще это вы тебя туда поставили. Томочка, хочешь что-нибудь рассказать про волка? Томочка делает волк 20 лет. Она ничего не хочет рассказать. В чем вопрос, я не понял. В чем там волк? Есть претензии. Мы собираемся это повесить здесь, на ярмарке. И еще, может быть, в кабак, может быть, в кабак. А чего? Оно же работает! Давай, ну, что вы как маленький, а? А что хотите-то? Я иду и... Проанализировав поведение участников мероприятия, эксперты смогли выявить характерные черты типичных представителей. Волк храбрый, потому что кто, если не он? Yeah.
Что волк мудрый. И прелесть его в том, что мудрость бывает разная. Есть мудрость молодых, есть мудрость опытных, есть мудрость старых. И мне кажется, что на волке соединяются эти мудрости между собой. В этом его прелесть. Балы, это какие-то мастер-классы, какие-то спектакли и концерты. Flight princess, you're alright. Flight princess, you're okay. Well, every princess could be better. All of the princesses are pretty alright, but... Волк
красивый, потому что напротив медиков очень красивая наряженная елочка и мигают лампочки. The story how this all has happened. Murka was the nice of Jews, that's right. And then now at this trip everybody missed her when she was arrested late at night. Королевицы вообще очень сексуальны. Мы можем.